смотри, сколько тут разных вкусняшек! Это же гигантский запас шоколадок! Не только шоколадок, тут и жвачек куча! Ого! Смотри, там что-то есть! Ничего себе! И у меня! Интересно, что это? Нас засасывает! О, где это мы? Не знаю где, но я точно знаю, что будет весело! Вот это да! Огромный тюбик с шоколадом! Как же круто! Вообще-то, повезло тут не только тебе. Мне достался гигантский тюбик с жвачкой. А можно я буду первым? Хорошо. Класс! Только как этот тюбик открыть? Тут даже крышка съедобная. Вот это да! Это же один огромный кусок шоколада. Без ножа тут явно не обойтись. Выглядит очень вкусно. О, да, восхитительно. Одного кусочка мне явно не хватит. Хочу съесть все и сразу. С ума сойти, он такой огромный. Лучший торт в моей жизни, определенно. Да уж, я объелся. А у меня еще половина осталась. Ну нет, больше в меня не влезет. Квентин, что с тобой? Ты живой вообще? Я знаю, что вернет тебя к чувствам. Ай! Где это я? Что тут происходит? Доброе утро! Квентин, ты немножко испачкался. Ну все, хватит. Скорее пробуй уже свою жвачку. Наконец-то. Она меня разочаровать точно не сможет. Крышку долой. Ой, только у меня не хватает сил, чтобы ее выдавить. И что же теперь делать? Я все равно ее сжую. Может, мне помогут боксерские перчатки? А может, молоток? Нет, все без толку. А может, хотя бы бита? Ну же, давай. Мне это уже надоело. Да, я же говорила, что я это сделаю. Да, только биту подальше убери. Посмотри, как аппетитно выглядит эта жвачка. Не терпится поскорее ее попробовать. О, да, восторг. Ну и зачем это делать таким варварским методом? Потому что так вкуснее. Ой, кажется, я прилипла. Помогите! Ого! Такого я точно не ожидал. Со мной все в порядке. А руки-то снова к столу прилипли. Ой! Ну и ладно. Главное, что вкусно. Дай-ка попробовать. Да, и правда. Ничего себе! Чур, в этот раз первым пробовать вкусняшку буду снова я. Выглядят эти шарики очень аппетитно. Привет, мой сладкий друг. Ого, да он еще вкуснее, чем я думал. Хочу добавки. Эй, аппарат, хватит жадничать. Ой, а почему эта штука такая хлипкая? Ну, может, хотя бы так я смогу достать конфетки. Блин, не получается. И что теперь делать? Отдай мне мои конфеты! Ну же, отдай! Я не перестану тебя трясти, пока ты не отдашь мои лакомства! Кажется, Квентин сошел с ума! О! Смотри, Джуди! Теперь это просто куча шоколадной крошки! Класс! Теперь я до нее доберусь! О, да!
А ты чего ждешь? Пора и тебе жвачки слопать. Да, точно. Я-то знаю, что обращаться с этим аппаратом нужно очень нежно и аккуратно. Начнем с красненькой. Как же вкусно! А вкусного много не бывает. Хочу слопать сразу все. А теперь настало время для огромного пузыря. Квентин, смотри. Джуди, когда я ем, я глух и нем. О, нет! Он слишком большой, твой пузырь. Может, хватит уже, а? Помогите! Спасите! Вытащите меня отсюда, умоляю! О, что же делать? О, нет! Вот это умора! О, а меня-то за что? Бедная моя голова! По мне в прямом смысле проехались! Ох! Джуди, теперь ты сама выглядишь как жвачка! Да уж, я вся липкая! Ура! Целое ведро жвачек! А у меня куча вкуснейших шоколадок! Ну что, ребята, вы готовы? Вас ждет настоящее соревнование! Кто быстрее съест кучу вкусняшек? Время уже пошло! Соревнование? Да без проблем! Я 100% выиграю! Да что ты говоришь? Это мы еще посмотрим! Как же быстро бежит время! Джуди, давай, ты молодец! Ты справишься! Блин, мне нужно торопиться! Да что ж такое-то? Я ем-ем, а жвачек меньше не становится! Кажется, последнее. Да, я выиграл. Я знал, что тебя сделаю. А вообще, Джуди, ты похожа на хомяка. На хомяка? Сейчас ты у меня получишь, Квентин. Хомяк, хомяк. О нет, опять ты со своим пузырем. Приготовься к взрыву. 3, 2, 1. Ну вот, теперь я весь липкий. Так тебе и надо. Ура, коктейль! Я как раз хочу запить все вкусняшки. Полностью тебя поддерживаю. О, и в этот раз первый буду я. Уж очень мне хочется поскорее попробовать коктейльчик. О, да! Взбитые сливки невероятно вкусные. А почему бы не полакомиться ими отдельно? У меня даже ложка для этого есть. Это восхитительно! И не стоит забывать про жвачки. Вкуснотища! Квентин, смотри, как она тянется! Здорово, правда? Ну ладно, настало время попробовать сам бабл-гам-коктейль. О, да! Обожаю! Ого! Смотрите, сколько на дне осталось жвачек! И я, конечно же, их жую! Интересно, а можно ли надуть пузырь с помощью трубочки? А вот и ответ! Можно! Он очень похож на воздушный шарик! Ну все, теперь моя очередь пить коктейль. Но сначала я тоже слопаю все украшения. Мне тоже интересно попробовать. Может, он разрешит мне? Руки прочь. No! Я сам с ним разберусь. Так вот, на чем мы там остановились? О, да! Восхитительные взбитые сливки! Просто пальчики оближешь. Да и сам коктейль невероятный! Нужно как-то проучить Квентина за его жадность. И я даже знаю, как именно. Сейчас я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Приготовлю для него один незабываемый коктейль. Вкуснотища!
О, Джуди, у тебя есть еще? Класс, спасибо большое. Что это было? Это самый смешной пранк из всех, что я видела. Вот это лицо. Ладно, соглашусь. Пранк и правда забавный. Подписывайся на Мультидо. Тогда ты точно не пропустишь такие же захватывающие и аппетитные челленджи. У нас всегда весело и вкусно. Ну а пока, пока.